Дорожные полицейские Красноярска переходят на усиленный режим. На городские улицы сегодня вывели рекордное количество сотрудников. Причина такого тотального контроля – резкое увеличение числа ДТП в первые недели января. Выросло и количество пострадавших по сравнению с прошлым годом и стало больше аж в два раза. Причем среди нарушителей и водителей, и пешеходы. Особое внимание экипажи уделяют, конечно, самым аварийным местам – улицам Щерса, Алексеева, Авиаторов и Водопьянова. Но дежурят по всему городу. Самый аварийно опасный день выбрали неделю. На этой неделе он оказался пятницей. Выбрали самые аварийно опасные участки, улицы, нерегулируемые пешеходные переходы. Увеличили плотность нарядов и осуществляем профилактику дорожного движения.